ну, у тебя достаточно преподается понятно, все логично, просто, ну, излагается, опять же, учителя очень хорошие, то есть, допустим, Артем Игоревич все объясняет очень понятно, и я очень доволен. Также Тимур Хусинбович очень хороший преподаватель. Ну, также, наверное, хочу сказать, что есть много вот наборов, как, допустим, там глаз или еще что, ну, такого плана, да, то есть все достаточно наглядно. Ребята тоже очень все хорошие, надеюсь, что они все поступят вот, в медвузы, которые они хотят. Все достаточно дети подготовленные, нету каких-то особо отстающих или наоборот опережающих, то есть все достаточно на одной волне. Также ко мне достаточно хорошо относились, хоть я их и меньше на 2 года, но как-то не было заметно, что вот они 11-классники, эти 9-классники, что-то, ну, оно как-то все было одинаково. То есть ко мне относились так же, как и ко всем. Да, Артем Игоревич помогал, говорил, что, ну, если когда не получается, что не расстраивайся, все, тебя получится, все поймешь. И так, да, реально было. Когда что-то не поэтому, но еще раз объяснял, и все было достаточно хорошо в этом плане. А я стал в этом году призером на Олимпиаде Ломоносов, диплом 2-го порядка. Очень благодарен Артему Игоревичу, потому что без него бы это ничего бы не было. Все преподаватели квалифицированы, они все прекрасно знают и могут даже объяснить с точки зрения не только биологии, там, но и, допустим, химии или той же физики, математики, допустим, какой-то процесс.